Давайте постараемся угадать тот клуб, в который перейдет Мбаппе. Ставь лайк и пиши в комментариях, какое число тебе выпало и в какой клуб перешел Мбаппе. Оставлю для вас ссылочка в описании, а также мой промокод. Но будьте внимательны, накрутка идет на ваш страх и риск. Всем привет, друзья, с вами Влад Капуста. Сегодня я буду тестировать на аккаунте у своего друга состав исключительно из кумиров. Также еще и прайм кумиры здесь есть. Общий рейтинг состава составляет 103. Блин, Лев Яшин, Овермарс, Клозе Мирасал, Луиш Фиго, Рут Гулит, Кройф, Лэмпард, Роберто Карлос, Мальдини, Канаваро и Занетти. Вау, это состав мечты, вправду. Сегодня мы будем тестировать этот состав, посмотрим, насколько хороши кумиры FIFA Mobile 19 версии и стоит ли вам покупать вот этих вот красавчиков в ваш состав. Мне кажется, то, что этот состав невероятен, потому что ну, тут такие игроки собраны. Кстати, ребята, если вдруг наберется под этим роликом дофига лайков, например, ну так 3000, либо 4000 лайков, тогда я для вас сделаю конкурс на 12 тысяч FIFA поинтов. Всем вам приятного просмотра и удачи. Также обязательное условие, чтобы вы были подписчиком моего канала. А мы пока что перейдем в режим атаки, посмотрим, как они будут себя проявлять. Мне интересно, сумели я забить хотя бы 10 голов моим соперникам или нет. Я вам очень скоро покажу необычный набор, который есть на этом аккаунте. Вы офигеете, походу. Итак, рейтинг нашего соперника 100, Креспо, Марата, Азар, Мбаппе. В атаке у нас, блин, атака, ну, сногсшибенная должна быть. Самое главное, забыл проверить, есть ли у этих всех кумиров финт 360 градусов. Если нет, то будет обидно, конечно. Так, начинаем. Интересно, залететь? Нет, слишком сильный удар. Луиш. Забиваем 1-0. Лэмпард. Фрэнк, давай. Красавчик, 2-0. Овермарс. Гримальдо мы обойдем. Ой, у него финт с пятки на пятку. Не особо мне нравится этот финт. Я туплю с этим финтом очень сильно. Я не знаю, что делать даже. Хотя не залетай даже в нижний угол. Кровь. Давай, 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 давай. Кровь, кровь, кровь. 4-0. Овермарс, давай, давай, давай. Охренеть, ну, запортачил момент, конечно. Луиш. Ах, всех обошел, вот Рио Фердинанд был на высоте. 5-0. Луиш. Занетти мы должны обойти. Нет, Занетти. Ай-яй-яй-яй-яй. Такой момент был испорчен, Рут Гулит. Нравится мне его карточка. Такой сильнейший удар у него. Луиш. Отсюда сумеем забить? Офигеть. А ну-ка давайте проверим, если я так сделаю. Луиш. Да блин, не забили. Хотел проверить, но не получилось. То, что я надумал. Мирослав. Сбивает нас. Давай, Рут Гулит, хотя бы ты на добивание. Нет, нет, не получилось ничего. Мирослав Козе. А если мы так пробьем... Дам должен был залететь восьмой мяч. Вот реально должен был залететь. Пока что свои навыки игры в режиме атаки я не особо хорошо оцениваю. Но победа есть победа, конечно. Но рейтинг у нас выше был, нежели чем у нашего соперника. Сейчас мы сыграем еще один матч. И после того, как мы сыграем еще один матч, я вам покажу самое главное. Тот набор, который есть у моего подписчика. Блин. Спасибо большое Дмитрию Ястребу за предоставленный аккаунт с кумирами. Если что, я постараюсь для вас купить похожий аккаунт и разыграть. Если получится, конечно. Но не факт, что я сумею найти. Но будем стараться. Отобрали у нас мяч быстро, но все же мяч оказался снова у нас. Рут Гулит. Забиваем. 1-0. Конечно, раз 5 это терял мяч. А мог дать пас, но нет. Поскупился, называется. Ой-ой-ой-ой-ой, как мы забили с углового удара. Фрэнк. Давай-давай-давай, Фрэнк. Снова угловой. Мальдини забьет? Нет, не получилось у Мальдини, Мальдини! Что такое? Рут Гулит, давай-давай-давай-давай, Рут! Не получается, снова угловой удар. Одни угловые у меня в этом матче. 3-3. Овермарс, давай-давай-давай-давай-давай. 4-3. Роберто Карлос. Интересно, какой у него финт? О, у него 360 градусов. Идеально. 5-4 играем. Фрэнк Лэмпард. На, Мирослава. Мирослав. 6-4. Фрэнк, давай-давай-давай-давай, Фрэнк. Нет, не сумел забить. Фрэнк. Ну и последний момент для того, чтобы я забил. Да ну, отбил, блин.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй, 7-4, мы сыграли, все же снова счет 7-4. У нас есть морозный набор. Блин. Я, честно, не ожидал то, что будет такой вот наборчик у нас. Мне интересно, что там может выпасть? Прикиньте, там какой-то золотой игрок выпадает с рейтингом 100. Конечно, не факт, но все может быть. У нас рейтинг 103, и у нашего соперника рейтинг 104. Ой-ой-ой-ой-ой, какой у него красивый состав. Ну что, я готов бороться с тобой. Вот тут как раз будет начинаться то самое мясо, ради чего мы вместе с вами собрались. А то до этого рейтинг 100-100, это неинтересно. Кровь выбивает мяч. Полетели. Мирослав, давай. Дели Блинда обойдем. Обошли. Забьем. Залетит, да, в девятку, красавчик. Слишком низко. Рудгулит, я знаю то, что ты высокий, ты должен забить. Да не получается, как так? Не особо нравится, когда Рот гулит именно в атаке. Блин, не фартануло немного, не фартануло. Фрэнк Лэмпард. Борются мои игроки, но, конечно, не получается некоторые моменты использовать. Да что такое, вечно мешают, по три человека в защите у него. Обошел одного, обошел второго, и тут третий, блин, мешает. Тупо все портит, всю малину. Снова отобрали мяч. Конечно, у нас сложный матч, как я посмотрю. Он не забивает, я не забиваю, он не забивает. Тут хотя бы 2-1 сравняет. Он сравняет. Кровь. 3-1. Луиш. 4-2. Должны побеждать. Он начал огрызаться очень даже сильно так. А ну-ка. 5-4. Абумьянг у него забивает. Кровь. Давай, кровь, пожалуйста. Ну, конечно, до этого момента такие, блин, были. Охренеть, не забил я там. Рудгулит, пожалуйста, не подосри меня в этом моменте. Охренеть, снова подсырает, я не понимаю. Пипец, как так, я не понимаю. Боролись до конца, но не получилось, ребята. Вау, так круто играть этими игроками, но, как понимаю, Рудгулит именно верховая борьба, у него проблемы есть. Не получается у него никак. Если бы там я не ошибся, если бы на другого человека дал бы передачку, то 100% забил бы и был бы счет 6-6. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какой состав в следующем мне задосировать. Может быть, какой-то пасхальный состав собрать, либо что-то еще такое сделать для того, чтобы вам было интересно. Надеюсь на то, что вам такая рубрика нравится. Моя аудитория нереально крутая. Спасибо большое каждому из вас. Всем вам до скорых встреч и всем вам пока!